Привет, мистер адекват и не очень. Выходной день, а значит, классический домашний влог, вот как я это называю. Алена, там вы не видите. Короче, сейчас я все вам расскажу. Я решил начать видео с ответа на первые 5 вопросов, которые я найду среди ваших комментариев. Первый. Красивые коты, они у вас кастрированные? Да, коты кастрированные. Второе. Это самый быстрый ответ Шалина в истории. Окей, спасибо, спасибо, спасибо всем, кто пишет хорошее. Потому что, знаете ли, неважно. Да, ребят, у меня последнее время вообще нет желания и настроения как бы с кем-то что-то разбираться, поэтому всех неадекватов я, вот, замечаете или нет, очень резко посылаю в бан. Поэтому, знаете что, нечего сказать-то, как бы, ну, значит, напишите, нечего сказать. Расскажешь ли про то, что Илья начала бороться с незаконными разделенками, грозится взламывать квартиры через неделю от того дня, как мне открыли, перекрывать свет, газ, воду, вот это вот пипец методы. Я не расскажу, потому что ничего толком об этом не знаю. Знаю, что была показательная, типа, акция в Петахтикве на это дело вместе с новым мэром. Там что-то взломали, открыли двери, разделенки и все такое. Я думаю, все это тупой пиар. Ну как, не тупой, а хороший пиар. Вот, я не думаю, что они что-то с этим сделают, потому что я не вижу никаких инструментов, как это можно сделать. Как с этим можно вообще разобраться, непонятно. И старые разделенки, насколько я понимаю, никто не говорил, что будут трогать. Вот, поэтому я вижу, что в каждом городе вообще своя политика на эту тему. Поэтому это сложный вопрос. И честно, я не думаю, что с этим что-либо изменится. К счастью, к сожалению, не знаю, почему. Ну, почему я так говорю? Потому что даже я думал на эту тему выпустить отдельный видос, потом тема ушла у меня из головы и все. По статистике за последние несколько лет было построено настолько мало вот этих вот маленьких квартир новых, да, что просто невероятно. Поэтому разделенки это получается как, ну, чуть ли не единственный способ человеку, не обладающему какой-то суммой, снять себе квартиру поменьше и подешевле. Вот и все. А что думает Бублик про то, когда мы смотрели и искали дом в деревне? Я думаю, что Бублик думает, что я использую его шнурок не по назначению. Сейчас покажу. Это новая игрушка для котов, которую они пока что за 1.5 часа не оценили. Мои старания. Вот, это шнурок, который висел у нас там просто привешенный к ручке и делал Бублику весело иногда. Он даже его растрепал с одной стороны, вот тут видите. Вот, но в таком виде Бублик это не оценил, ходил нам, орал под ухо. Сейчас ушел куда-то спать. О, малая вышла. Может быть, Умка оценит. Короче, оставим пока на полу это. Видите, я сделал просто шведскую игрушку на самом деле. Нет? Привет, да, Алёна. Да, да, привет. Вот шведы такими игрушками развлекают своих детей. А знаешь, что, знаешь, от чего меня больше бомбит? Вот люди, которые спустя наши миллиард просмотренных видео не запоминают наши имена. Я тоже, я просто его оставил, чтобы рассказать об этом на видео. Интересно, сколько стоит сотка земли в таких деревнях? Стоит много, везде по-разному, поэтому нужно смотреть. Бывают сотки земли, которые стоят реально как еще один дом или как еще одна квартира. Поэтому нужно смотреть. Конкретно на эти поселения я не смотрел, так что не знаю. Это все довольно просто узнать. Окей, это быстрые были ответы на самые первые вопросы, которые я увидел. Конечно, видео об эфиопах, там столько разных комментариев, что я просто оттуда ушел. Вот, и так посматриваю иногда, мне приходят уведомления. Это странно. Можно было бы, конечно, сделать какой-то общий вывод на эту тему. Русскоязычные люди, к сожалению, озлобленные, да? Озлобленные и непримиримые. Вот, то есть можно о тех же вещах говорить как-то, да, вот иначе, как бы, там, не знаю, более толерантно, не обобщающе. Ну, к сожалению, нам нужно с собой бороться, чтобы в себе воспитывать терпимость. Вот, наверное, сегодня я так думаю. Ладно, за дело. Итак, какое дело? У нас атака воды в последнее время, я вообще не знаю, у нас начала подтекать вот эта вот штука, причем мы никак не можем понять, каким образом это происходит. Может быть, когда мы ее переливаем слишком. Сейчас Аленка забрала ее мыть.
это поилка для котов. Значит, я без понятия, но когда мы иногда переливаем как-то воду, она потом как-то вот тут прокапывает и начинает переливать. Ну, короче, вот сейчас она вот тут подтопила наш камин. Уже несколько раз такое было. Вот оно подставало тут. Это наша атака номер один. Атака номер два. Наш прекрасный новый старый холодильник, он подтекает. После того, как мы его сюда привезли с маминой квартиры, он у нас периодически подтекает приблизительно раз в полторы недели. Начинает течь вот тут. И, короче говоря, я знаю предположительно, в чем дело. Вот у нас даже тряпочка здесь лежит. Короче, была такая система. Ой, Аленка мне вчера купила эклеры. Не классические, но очень прикольные оказались. Так, на красную икру не обращаем внимания. Вот это вот Twin Cooling System. Короче, там есть вентилятор, который должен вентилировать. И вот в эти дырки этот воздух прогонять через весь холодильник. Таким образом лучше охлаждать. Samsung. Samsung. Нет, ваш Twin Cooling нифига не работает. Нам эту штуку меняли уже по гарантии в самом начале. Чувак, техник, говорил, что это вообще болезнь этой модели. И вот, и в интернете вообще куча там гидов, гайдов, как поменять эти вещи, потому что это распространенная вещь не только на этой модели, а вообще везде, где стоит этот Twin Cooling System. Этот холодильник давно уже не на гарантии, так что думаю, что я справлюсь. Нам нужно эту часть сейчас будет разобрать холодильник, эту часть оттуда вытащить и посмотрим, что там есть. Может быть, там она морозилась, потому что, по всей видимости, оно размораживается, лед, который там наморозился, и начинает прокапывать и вот сюда вот вытекать. Это, я думаю, небезопасно. Короче, вот смотрите, разобрали, и смотрите, сколько там воды. Эта вся вода собирается вот тут внизу. Она холоднючая. И реально это не кайф каждый раз ее тут вычерпывать, потому что это приходилось делать где-то раз в неделю, раз в две недели мы это делали. Так, короче, быстро вам снимаю. Это наш холодильник вид сзади. Это штука, которую я разобрал. Там придется почистить сейчас уже. Вот частично почистил. Все было в говне, конечно же. Вот, пока что, давайте тут я... Вот так. Мне не удается снять вот эту панель. Хотя я видел, как ее снимают вживую. Я точно знаю, как ее снимать. Ну, точно. Точно приблизительно. Но пока, видимо, там все настолько примерзло, что я начинаю ее отдирать. И видите, она вот так вот даже отходит уже вот. Но там внутри еще есть пенопластовая тоже такая же панель, которая просто намертво там. И я понимаю, что если я начну ее доставать, то я просто, ну, я просто что-то начну ломать. Слушай, сейчас зайду в Google, поищу эту панель на продажу. Может быть, здесь просто вон подскочить, купить эту панель и просто эту выдрать с мясом, а новую вставить, как нам когда-то уже сделали. Дешево не будет, стопудово. Уже, может быть, легче будет купить. Если она будет стоить, погоди, я что смотрел, там, по-моему, стоило где-то $170. Вы знаете, если $170, так я уже лучше новый холодильник, наверное, куплю. Новый холодильник, который мы захотим, будет стопудово дорогой. Вот не любим мы дешевые вещи, а так это жаль, вот хочу любить. Не, я люблю дешевое. Вот у нас дешевые вещи бывают, вот, например, да? Вот дешевое. Это не дешевое далеко. Ладно, вот дешевая штука, например, да? Я бы сказал, что Dyson, купленный маме, он, наверное, все-таки покачественнее будет. Помощнее. Он тяжелее. Он тяжелее, он все, но он сосет. Ну, правильно, да, у нас же есть проводной еще. И фен. У нас есть еще два фена даже. Ладно, посмотрим, чем это закончится. Пока я думал поставить вот так вот холодильник, и чтобы он разморозился сам. Ну, я не знаю, он пока что даже не подтекает там. Ну, холодная, да, стенка. Может, стенку нагреть? Просто мы начали этим феном дуть, и потом дул минут 10, наверное. И потом мы как-то поняли, что можно полдня на феном надуть, и непонятно, сколько это нужно делать.
Окей, не прошло и нескольких часов, ну реально несколько часов, мы оставили его типа размораживаться. Наверное, все-таки помогло, потому что смогли руками вот эту вот штуку отодрать. Вот, это вот такая вот плата. Короче, нашел в Израиле даже, пока размораживалось, стоит 590 шекелей, не учитывая доставку, в Израиле, вот в Натании продают. Так, вот эта вся фигня. Я думал, здесь все намного хуже, думал, здесь все заморожено. Оказалось, нет, но вот тут заморожено, как вам показать, так чтобы было видно. Вот это вот поддон здесь замороженный, вот его сейчас будем растапливать феном. Тут должна быть дырка, в нее должен уходить конденсат. Откуда я все это знаю? Если хотите сэкономить деньги, вы узнаете многое. Ладно, продолжаем тогда. Мы думали уже все, будет стоять, пока не разморозится. Да, Умка? Умочка, будет стоять, пока не разморозится. Смотри. Давайте пожмакаем Умку. Умка, жмакательный кот. Ой, да. Смотрите, разве не чудо? Фу, смотрите, все. Феном расфенили. Теперь льем туда кипяточек. А, слышите, журчит? Короче, да, вот эта вот вся штука была забитая там. И поэтому оно не стекало, внимание, куда? Вам так это интересно смотреть, я думаю. Вот сюда. Вот там теперь оно все стекает. Круто, круто. О, осталось все собрать назад. Окей, все, наконец-то все собралось. На самом деле не очень понятно, если вентилятор тут работает или нет. Вот так все стало пока что назад. Но сейчас уже решил не разбирать. Он там кряхтит, что-то делает, так что посмотрим. Это, кстати, вот это вот у нас так шумит в новом доме. Вот так у нас шумит вода, если открыть ее в ванной. И в том числе также слышно и соседи, если наши включают, неважно, сверху или снизу. Забавненько. Осталось загрузить чуть-чуть еды туда. Хорошо, хоть еды у нас было мало. Смотрите, обзор вечернего ужина у Шалина. Давай, попозорь меня. Опа! Вот такой шикарный ужин я делаю себе, когда Алена не видит. Значит, последний огурец. Мне сказали, его нужно доесть, потому что он там плавает один, ему одиноко. Тунец! Внимание! В масле. Не в какой-нибудь воде, а именно в масле. И запаренная, прекрасная овсянка, не знаю чего производства, к сожалению. Сверху... Шуферсаль. Окей. Сверху каменная соль и кусок масла, который в нем вот растворяется. Бон аппетито! Теннис с бубликом. Вот это он нормально парирует. Да он глушит просто таки. Он не парирует, он глушит. По-моему, тебе нужно подучиться кидать, а не бублику. Алена подает, бублик отбивает. И в ванной. О! Мокреньким мячиком-то прикольнее. Тяжелее становится, ему больше нравится. Больше нравится. Он прямо его в воздухе. На тебе. Все, бублик, давай, слезай. А где же Умочка? Привет. Что там происходит? Ты все пропустила. Как тебе там? Нормально? Ты все пропустила. Бублик бы тебя научил играть в теннис.